1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Вы готовы, ребята? Ну, наверное, вопрос, который мы могли бы задать его сами, но что вы сейчас чувствуете после вот общения с детьми? On voudrait bien te poser une question qui est bien évidente. Après la communication avec les gens, avec les supporters, quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu viens de sentir? C'est toujours un très plaisir de rencontrer les supporters. Очень всегда большая радость познакомиться лично с болельщиками. On est toujours ravis de venir ici, de rencontrer les supporters. Parce que c'est une partie importante dans le football. Et donc voilà, on est toujours ravis de venir ici. Всегда в жизни футболиста очень важную роль занимает общение с болельщиками. Я очень рад, что мне сегодня выпала такая возможность пообщаться с болельщиками, настолько приятно. Это часть нашей футбольной жизни. Такое хорошее общение. Вы что-нибудь поняли из того, что вам говорили болельщики? Parce que on est sûr que les supporters t'auront dit quelque chose en russe. Est-ce que tu as compris? Quelques mots, bon, c'est toujours dans ces circonstances, c'est toujours la même chose de demander un autographe, la photo. Donc voilà, j'essaie d'apprendre la langue assez rapidement parce que c'est toujours important d'avoir la communication avec les supporters, les joueurs dans la vie quotidienne. Я сейчас не смогу воспроизвести фразу, но вот эта фраза, ну, он имеет в виду, да, автограф, она часто звучала, я примерно понимал, о чем идет речь, но могу сейчас сказать вам, заверить, что я сейчас начал изучение русского языка, хочу как можно быстрее обучиться этому языку, потому что он мне нужен в общении, и я такой как бы социальный человек, оно мне нужно для общения на поле и вне поля. Так что... Что уже из нормативной лексики, из нормальной такой выучили, длинную фразу. Parce que on est sûr que les premiers mots, ce sont les injures, les mots obscènes. Est-ce que tu connais quelques mots normaux en russe? Est-ce que tu peux les saluer? Comment dirais-je? Oui, mais bon, c'est que le bonjour, salut, merci. Mais c'est comment en russe? Спасибо, здравствуйте, меня зовут Grzegorz. Bon, j'apprends petit à petit, mais j'essaie de faire ça assez rapidement. Ну, я потихоньку учу, но я постараюсь как можно ускорить этот процесс изучения языка. Куда сегодня ездите? Один вопрос. Куда сегодня ездите? On sait que tu es en Inde, tu te presses, tu vas partir. Où vas-tu après la session d'autographe? Je vais retrouver ma copine. Я хочу встретиться со своей подругой. Тороплюсь к ней. Тороплюсь к своей подруге. Но глаз хитрый. А вы много знаете по-другому? C'est à partir de quelle date que tu connais Smolov, notre attaquant? Smolov, je le connais depuis, bon, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui, mais je l'ai vu, il joue l'équipe nationale, donc c'est vrai que c'est un joueur important qui est venu ici et qui va faire beaucoup du bien. Ну, я слышал о нем, лично не был с ним знаком, познакомился с ним здесь в клубе, но о нем очень наслышан. Очень рад, что он сейчас часть нашего коллектива, потому что нам очень нужен такой эффективный, мощный нападающий. Уверен, что он поможет нашей команде. Со своей стороны очень лично рад, что у меня такой шанс познакомиться с ним, и он мой коллега на поле. Спасибо. Вот вы сюрприз.